Иркутская область – это территория грандиозных проектов. И те вот площадки, которые используются для таких масштабных проектов, это говорит о том, что не безразлично ни государству, ни жителям, как будет развиваться Иркутская область. Мы находимся на нашей экспозиции. Она, сама вот площадочка, разделена на две условные территории. Это прошлое, будущее и та, где говорит настоящее, которая полусфера, говорит о том, что этот переход, где мы сейчас проживаем, и то, что должны сделать сегодня для будущих поколений. Сегодня 6 бортов проходят испытания. Мы до конца следующего года должны их вывести уже в серийное производство с 2025 года. 12 самолетов в 2025, 22 самолета в 2026. Совсем скоро. Дальше получается 36, 72. И, конечно, уже сегодня заключено соглашение с Аэрофлотом о том, что 210 бортов, воздушных бортов, должны быть переданы Аэрофлот. С этого. Да. Поэтому мы сегодня работаем, чтобы специалисты, кадры, ну, сама технология и все, что связано с безопасностью, не подвели. С компанией «Росатом» мы связываем большие перспективные проекты с экотехнопарком, производство тоже лития, с компанией «Газпром» соглашение по проводу сжижения газа, с компанией «Русхим» меморандум о строительстве такой площадки по производству среднетоннажной химии. Она сегодня тоже присутствует здесь. «Роснефть» тоже предлагает расширение своей продукции с точки зрения добычи полезных ископаемых и переработки. Ну, все федеральные компании, «Ростех» заинтересованы, это МС-21 и не только, но и возможности реализации проектов по линии здравоохранения.